Альтернативное телевидение, Михалыч и синоптики. О погоде на 15 августа. Всем, кто нас смотрит, доброго лета вам, дорогие мои. По республике местами кратковременные дожди, грозы по юго-западу, сильные ливневые дожди, которые нам сейчас очень нужны. Ветер восточный 5-10, днем северо-западный 7-12, местами порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха. Северные районы, Баунт-Муйский район, ночью плюс 7-12, по северо-востоку местами до плюс 7, днем плюс 19-24. Центральные районы, Иволгинский, Тарбагатайский, ночью плюс 11-16, днем плюс 23-28, по юго-западу до плюс 15-20. Южные районы, это Кяхта-Джида, ночью плюс 11-16, днем плюс 23-28. Наша любимая столица. Без осадка. Ветер восточный с переходом на северо-западный. 12 метров в секунду. Температура минимальная ночью плюс 14. Максимальная днем 26. Атмосферное давление днем будет падать и составит до 708 миллиметров ртутного столба. В жизни есть только два пути. Путь добра и путь зла. И каждый выбирает только один из них. Только добрый путь вам, ваш Михалыч и любящий вас АТВ.